Юные ставропольские спортсмены войдут в число болельщиков на предстоящем чемпионате мира по футболу. Накануне губернатор Владимир Владимиров вручил детям 568 билетов на главное спортивное событие этого лета. Все их купили за внебюджетные деньги по инициативе главы региона. Юные спортсмены поедут на 4 матча в Ростов-на-Дону. Я бы очень хотел, чтобы вы стали чемпионами мира по футболу. И для этого... эти 5 полей, для этого эти тренировочные площадки, для этого эти спортзалы. И для этого мы приняли решение и купили несколько сотен билетов на чемпионат мира по футболу в город Ростов. Все 4 матча вы посетите. Первая игра чемпионата мира 2018 на стадионе «Ростов-Арена» пройдет 17 июня. В 21:00 на поле выйдут команды Бразилии и Швейцарии.